Друзья, всем привет! Я получила долгожданную посылку от Яны из Москвы, Jungle Home, и сейчас вместе с вами мы ее откроем. Получала я декоративно-лиственные растения, тут эпипремиумы, сандапсусы, филодендроны. Так вот, Ян, все дошло, ну, на первый взгляд, отлично. У листиков тургор сохранился. Посмотрите, они блестящие, красивые. Сейчас всех достану по одному. Потом все распакую, все посмотрю. Все живенькое такое. Они такие классные. Янка, спасибо. Это просто прелесть. Так, а это, я понимаю, пилея, да? Сейчас я отсюда достану. Ой, тут что-то прилипло. Да. Вот так. Вот. Оп. И пилея. Пипирамидная. Моя красивая девочка. Блин, это клево. Янчик, я знаю, что и ты, и я переживали за то, когда идут растения. Но на первый взгляд все хорошо. Сейчас я их распакую все и покажу, что тут с корешками. Но я думаю, что все хорошо, потому что реально вот посылка дошла очень быстро. И тургор у растений замечательный. То есть никто не завял, все живенькие. Так, тут у меня лежит помощник. Гром. 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 Вот он, мой помощничек. Так вот, я сейчас распакую и покажу, что там с корнями. Итак, друзья, размотала я свою посылочку. Каждое растение открыла. И вот хочу вам показать. Вот эта пилея пипирамидная. Доехала отлично. Вот она такая красотка. Я их уже, правда, ставила в воду, потому что пришлось видео снимать в двух этапах. Но, тем не менее, не прошло и часа, как бы, после того, как я ее распаковала. И вот видно, да, все корешки отличные. Тургор у растений не потерялся. А вот еще... тоже белые корешочки. Отлично было запаковано. Яночка, спасибо тебе огромное. Просто огромное. Я очень рада. Посмотрите, какие они классные. Как будто только-только вот срезали и поставили в воду. Посмотрите, они бомбические. Вот, все хорошо, все доехало. Почте России респект и уважуха за быстрость и оперативность. Вот они, все корешки. Я, наверное, сегодня все это поставлю в воду, а завтра приступлю к посадке. Еще хочу отметить, что не только суккуленты вполне себе нормально могут перенести отправку почтой, но и декоративно-лиственные. Вот вам простой пример. А я желаю вам отличного настроения и хорошего дня. Пока-пока!